Она умерла у меня на руках. Я пыталась ее спасти, но у меня не вышло. Дыши, уже почти приехали. Надо, брат, надо, будет время. О, молодец. Наши герои. Посмотрите на этих ребят, совсем молодые ребята. Вот они взяли на себя сегодня функции государства. Вчера ночью моему отцу стало очень плохо. 2 часа ночи некому было приехать. И вот эти ребята привезли мне концентратор. Вот, вот эта штука помогала моему отцу выжить, не умереть. И вот, вот эти ребята, вот посмотрите. Ну, пару слов скажите. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут София Айдана. Я из организации ЦИН, Центр инициативной молодежи. Сейчас мы вот, у нас несколько аппаратов, по городу едем 24/7, в режиме нон-стоп, подключаем и помогаем людям дышать. Нужна помощь, нужны волонтеры, нужны водители, те, кто умеет ставить капельницы или уколы. Пожалуйста, не сидите дома, ваша помощь сейчас нужна как никогда. Не хватает людей. Всем ассалам алейкум. Вот, дорогие братья, нам 2 концентратора еще привезли, чтобы мы поставили их на линию. Мы их... Так, машину приготовили. Идем, подушки. Вот, а вот люди только что нам на 1100 налил бензин. О, пандемия, ханчаганчин узарат, ханбе олат, темне олат. Бездин не гутат. Деген сурону мен буга чейинле койдум эле. Прогноз бергиле, болжол бергиле. Азыркы кырда алды, анализде туруп, бизге берле деп мына ушуну жасашпады биздин саламат сактоо министрлиги. Элибиз жардам менен мына кечэ ыктыярчыларда чыгып жардам берип атышат. Алар көптү көрсө көп болот дейт.